Добрый день, уважаемые жители республики. На сегодняшний день обстановка остается напряженной. На 25 октября выявлено 275 новых случаев COVID-19. Из них в городе Якутске 143 случая, в Мирнинском районе 13, в Валданском районе 12, в Нерюнгринском районе 11 случаев, по 10 случаев в Мегино-Кангаласском и Усть-Алданском районах. В Ленском, Нерубинском, Аймеконском и в Тампонском районах по 8 случаев. От 1 до 7 случаев зарегистрировано в 9 районах. Наиболее напряженная ситуация в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском, Хангаласском районах и в городе Якутске. Уважаемые жители республики, хочу акцентировать внимание на том, что медицинские организации республики на сегодняшний день работают с очень большой нагрузкой. На лечении в тяжелом состоянии находится 200 пациентов, в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких 41 пациент. То, что касается детей, из общего количества больных составляет 21%. По темпам вакцинации получили первую вакцинацию 377 645 человек, что составляет 52,7% от общего количества взрослого населения, в том числе лиц старше 60 лет 72 278 человек. Ревакцинировано 22 122 человека. На сегодняшний день вакцина имеется в достаточном количестве во всех районах и во всех медицинских организациях. Уважаемые жители республики, хочу еще раз акцентировать ваше внимание на том, что все-таки вакцинация – это наиболее эффективная защита от тяжелых осложнений и заболеваний. Берегите себя и своих близких.